Цены на овощи на центральном рынке города Лисичан. 10 июля 2018 года. Полкило минелочку, только морковочку. Спасибо. Огурчики 10-12, есть по 8 рублей. Синенькие 10 рублей. Помидоры 16-13 гривен. Сейчас покажем. И кукуруза почем качанчик? По 4 гривны. Зелень. А малина пол-литра почем? 15 гривен. А зелень пучочек? По 5, да? Чеснок? 6. 6 за что? Связка. Связка. Спасибо. А укроп почем? 3 гривны пучок. Спасибо. И картошка почем килограмм? 7,8. 7,8 гривен килограмм. Спасибо. А почем смородина? 40 гривен? Да, хорошая, свежая. А крыжовник? Арагус. 30 гривен баночка, да? Спасибо. А щавель? Дам по 5. По 5, а салаты? По 10 рублей продавала. По 5 тоже дам. По 5, спасибо. Смородина у вас почем черная? 18. Абрикос? Абрикоса 20 килограмм. 20 килограмм, огурцы такие. Огурцы 10. 10 гривен килограмм. Спасибо. Мы с вами на центральном рынке Лисичанска. Смотрите сайт Zaras.info.